Добрий вечір. Ефір телеканалу «Миколаїв» продовжує програма «Гаряча лінія». І сьогодні гість нашої студії – директор товариства з обмеженою відповідальністю «Магістраль Юг» Ігор Павлов. Доброго вечора, ми раді вітати вас у нашій студії. Пане Ігор, незабаром у Миколаєві відбудеться форум, присвячений розвитку області та міста. Один з напрямків, який ви саме представляєте, це виробництво, промисловість. Так? Власне, ну, яка ваша участь у цьому форумі, що це за форум, хто організатор, коли відбудеться? Да. Добрий вечір, жителі області Миколаєва, Миколаївської області. Да, дійсно, 1 числа следующего месяца у нас в Николаеве пройдет форум, посвящен от партии «Батьковщины», на котором будет принимать участие Юлия Владимировна Тимошенко. Ну что, такой гость высокий. Да. Давно она не была у нас в области. Да, вот. Мы к этому форуму, естественно, все готовимся. Хотим, чтобы этот форум был как можно больше освещен, на нем больше было, как можно больше было поднято наших проблем, вопросов города. Это с развитием промышленности, с тем, что у нас сегодня промышленность нашего города находится в упадке, она падает постоянно. И из-за войны, и из-за того, что там по другим различным обстоятельствам, то, что у нас сегодня заказчики одни, там, допустим, раньше были там часть каких-то там Россия была, это и турбинный завод, да, мы знаем наш проект «Заря», там, и Черноморский завод, там, вот, и другие заводы, которые у нас здесь находятся на территории города. Мы все, наша команда, я буду возглавлять, значит, это направление, да, вот на этом форуме. Это промышленное, развитие промышленности и производства. Скажите, пожалуйста, а кто еще, вот, кроме вас, будет представлять вот это направление? Я так понимаю, это тоже руководители каких-то предприятий, которые, ну, имеют непосредственное отношение к производству, так? Да, да, да. Но я пока только хочу, наверное, больше за себя рассказать. Вот. Я хочу немного дополнить, что занимаюсь производством, я, наверное, занимаюсь с 2000 года. Вот. В 2000 году оно мне очень знакомо, вот эта тема очень знакома, потому что я начинал, будем говорить, так, в 2001 году я купил для себя, для своего производства первый станок токарный. Вот, и я очень этим гордился, и он меня очень сильно спасал. Вот, на сегодня я немножко расскажу о себе. Да, конечно. Вот. На сегодня у меня больше 50 станков. Причем закрытый комплекс, зацикленный по круговому комплекс производства, то есть от начала от заготовки до выпуска каких-то дорогих, нужных, трудоемких деталей. Вот. На базе, будем говорить так, моего предприятия, Николаевский магистралюк, я построил, ну, можно так сказать, со своим компаньоном, который приехал ко мне из Одессы, Николаевский тепловозоремонтный завод. Наверное, тоже, да, в городе, как бы, всем известно. Да, да, всем известно. Для того, чтобы построить этот завод, ну, мне самому, как бы, с моим коллективом, который со мной трудился там на протяжении, то есть первый фундамент мы завода заложили, наверное, это был где-то 11-й год, то есть 11 лет мы шли к тому, чтобы заложить первый фундамент. Потому что, не имея ни коллектива, имея какие-то, может быть, деньги, не имея заказов, ничего, то есть этого бы никогда бы не было, не было бы этого завода. Я хочу сказать, что у нас, это то, что я прошел свой путь, это вот такой вот как бы тернистый, от начала, будем говорить так, от гвоздика до ремонта тепловозов для постройки завода. Мне вот на сегодня, что вот, если говорить за наш город, вот, что у нас, что происходит сегодня в городе. Вот. И смотря, если посмотреть в будущее, что хочется видеть в нашем городе. Естественно, что мы 200 лет, наш город развивался как судостроительная верфь. У нас серьезные три завода. Они, если брать еще при развале, до развала, значит, Советского Союза, это мы занимали где-то второе место в Украине, в СССР, по судостроению. Что такое судостроение? Судостроение вообще на самом деле это высокотехнологичное производство. Имея
такие судоверфи, и не используя вот эти шансы, которые нам сегодня и сегодня дает жизнь. Вот. Не каждая страна развитая себе может позволить иметь такие заводы, строить такие серьезные корабли. Мы, вот я хочу эту тему как бы вот с нашей инициативной группой ее, эту тему поднять, зацепить, и нам надо, говорить об этом вслух надо, потому что в свое время, смотрите, если вы помните, да, Юлия Владимировна, как раз когда Юлия Владимировна была премьером, в Николаеве была создана свободная экономическая зона. И тогда, в общем-то, судостроение в некоторой степени реанимировали на какое-то время. Да, сейчас у нас эту зону забрали. Да, вот это как раз это был 99-й год. Я очень прекрасно его помню. Я помню 98-й год, когда пришла Юлия Владимировна Тимошенко премьер-министром. Почему для меня она сегодня тоже является каким-то человеком, который что-то сделал выдающееся, полезное для страны. Если я чуть-чуть забегу, немного, может быть, не по теме, тогда мы в Бумредак. Я занимался, начал только бизнесом где-то в 96-м, вот так плотно занимался. А чем вы занимались до того, как вот плотно занялись бизнесом? Вы должны были какие-то нарабатывать себе знания, навыки для того, чтобы стать успешным бизнесменом? Я, будем так, вообще сам по образованию, я бывший офицер, вот, который в 90-м году уволился из Германии по собственному желанию, приехал в Николаев. И на то время, наверное, считал, чем быстрее я уволюсь, чем быстрее я буду заниматься, начну бизнесом, учиться этому бизнесу, делать бизнес, вот, тем, наверное, быстрее что-то, чего-то достигну. Ну, так оно и произошло. Занимался многим. Там, был на одной фирме серьезной, которая занималась поставками. Ну, это больше, наверное, купли-продажа, то, что, наверное, мне не было близко по сердцу. Вот. Но, тем не менее, какие-то знания вы получали от этого, правда? Конечно. Бесценно. То есть, если человек что-то делает, где-то ошибается, в следующий раз он старается этого избежать. Так оно и было. Вот. И в 96-м году, в принципе, мне посчастливилось познакомиться с человеком, вот, который мне немного рассказал об этом бизнесе, который меня втянул. Такой был Воробчук. Он сам россиянин, вот, с России, с города Балаково, где строились двигателя для этих тепловозов. И вот отчет тогда я начал заниматься запчастями. Вот я говорю, в 2000 году я открыл фирму уже свою, вот, «Магистраль Юг». И в 2001 году я принял первый тепловоз, начал ремонтировать уже двигателя и тепловозы. Вот с этого момента как бы у меня вот отчет пошел моей производственной деятельности. А за Юлию Тимошенко я хочу сказать, что вот, это я помню хорошо, когда мы занимались, поставляли запчасти, комплектующие к тепловозам по всей Украине, это и Запорожсталь, там на контракты были на большие суммы денег. С нами тогда рассчитывались, и по всей стране рассчитывались, по всей Украине рассчитывались бартером. Вот. И ты понимаешь, что ты привозишь нужное, вот, и тебя забирают, тебе дают там краской, ты эту краску отвозишь куда-то там на рынок, получаешь уже какие-то копейки. Я поставлял на атомную станцию нашу южноукраинскую. Были миллионные контракты, мне отдавали электроэнергию, которую в карман не положишь. И делали эти зачеты, и теряли огромные суммы денег. И вот, и с приходом где-то 1998 году Юлии Владимировны Тимошенко, первое, что она сделала, отменила этот бартер. Для бизнеса, конечно, все вздохнули, потому что поняли, что мы начали получать деньги, и этими деньгами стали распоряжаться, как хотели. И самое главное, что от товара до денег, то есть пошел самый короткий путь. Не то, что там постоянно ты этот бартер где-то на что-то меняешь, и ты в конечном итоге получаешь эти деньги, которые там может и полгода пройти, и год. И ты ими не можешь воспользоваться, потому что ты этих денег не можешь быстро получить. Вот. Я тогда очень хорошо помню этот момент, когда отменили, значит, бартер, причем мы очень жестко наказали, если это будут обменные, будут ченчи вот эти обменные, вот, только деньгами, расчеты только деньгами. Ну хорошо, вам было что поставлять, вот эти запчасти, двигатели, а те, кто рассчитывался с вами краской,
Они как выживали? И в Николаеве наверняка тоже были такие предприятия. Очень тяжело было всем. Наверное, всем тяжело было. Потому что те же самые рабочие, которые работали где-то у нас на макаронной фабрике, получали зарплату макаронами. Естественно, что да все, я помню, все макароны в карман не положишь, и семью не накормишь семьей макарон, неинтересно. Вот. А надо еще и к врачу пойти, надо еще за транспорт заплатить. То есть, ну, если ты ездишь на работу, там автобусом, трамваем, надо билеты купить и так далее, в школу ребенка отправить одеться. И все несли это все на рынок, и на рынке это все за бесплатно практически брали, да, не по тем ценам, которые были отпускные на этих предприятиях, вот, намного ниже, и люди, конечно, на этом много теряли своих денег. То, что мы говорим вот за 99-й год, да, действительно, у нас в стране, да, тогда вот при Юлии Владимировне Тимошенко, это тогда у нас был президентом, насколько я знаю, Кучма, вот. И вы знаете, как бы там ни было, как бы мы там к Кучме не относились, все, наверное, по-разному относятся. Но для меня он больше всего был, наверное, понятен как хозяйственник, который приехал к нам, ну, который стал президентом, был до этого генеральным директором в Днепропетровске огромного завода, который выпускал ракеты «Южмаш». Наверное, слышали, да, там? Вот. Это серьезное предприятие, можно было говорить, приравниваться к выпуску, почти к выпуску, значит, космических ракет. Вот. Предприятие очень серьезное. Вот. Можно приравнить его к нашему, тоже высоколотному технологичному заводу. Это как МАШ... Заря, да, МАШ-проект. Вот. Естественно, что если смотреть, мы говорим о развитии нашего города, вот. Просто сказать, что я хочу завтра, чтобы город был лучше, ну, это ничего не сказать. Вот. А вот если сказать, что давайте вот посмотрим за все время, там, последних 10 лет, там, 20 лет, что у нас в городе, какие, где мы сделали лучше для города и как это произошло, вот это интересно. То есть вот при Кучме тогда сделали, насколько я помню, сделали свободную экономическую зону для корабелов, для судостроения. Вот. Это, ну, во-первых, там отменили. Но, опять же, насколько я помню, это налог на землю. Вот. Я не берусь судить, я плохо в этом разбираюсь, но тогда налоговые льготы были у этих предприятий, поэтому да, они имели возможность динамично развиваться. Все наши заводы практически, кроме океана, я так говорю, находятся в черте города, да, вот. И естественно, что эти заводы большие. Если говорить Черноморский завод, он у нас один из самых больших в бывших странах СНГ. И при той сегодня загрузке завод, конечно, ему платить за землю. Я знаю, что завод этот поднимал и год назад этот вопрос, и полгода назад на сессии у нас городской, вот, чтобы уменьшили оплату за землю. Я думаю, что надо такие заводы, вот, надо их сегодня поддержать. Но всяческие преференции. Да, поддержать, но их надо поддерживать не так, что завод там должен сам биться в дверь к чиновникам. А вот я думаю, как раз вот, чтобы мы, которые живем в этом городе, значит, создавались инициативные группы, которые, значит, не просто создавались, а те, которые разработали бы какой-то план, не, опять же, с директорами, с хозяевами этих заводов, узнали на сегодня, какие у них сегодня проблемы. Я думаю, что сделали бы предложение правительству, чтобы правительство село за один, будем говорить так, рабочий стол, инициативная группа, хозяева этих заводов, правительство, и выработало какую-то концепцию, что пришли к чему-то, чтобы можно эти заводы было поддержать. Вот, поддержать и развивать. Так вот, я же говорю, если говорить, мы еще раз возвращаемся в 99-м году, при Кучме уже в 2000-м году эти заводы дали, значит, подняли свое производство на 32%. Вот их освободили от часть этих налогов, и они дали 32%. В 2004-м, по-моему, где-то около 40%.
То есть был какой-то стабильный конечно, рост? Конечно, был, да. И это не просто, знаете, заводы поднялись и что-то начали делать, а это еще загрузка людей. Да? Люди, наши люди, которые живут в этом городе, начали получать хорошую зарплату. Это порядка где-то 60 тысяч человек. Вот. Если брать вот у нас раньше, если на ЧСЗ, знаете, сколько работало человека? Сколько? 24 тысячи. На океане 12 тысяч, на 61-м где-то около 13 тысяч. Это до, будем говорить так, до развала. Это не маленькие. Это значительная часть города. Это не маленькие. И представляете, что чтобы это те, которые работали на заводах. Вот. А есть к этим, если люди работают на заводах, значит они получают зарплату. А сколько еще эти тогда, получается, заводы обслуживало? И еще были фирмы, маленькие заводы, которые для этих заводов тоже, ну, в нашей области, в нашем городе, да, выпускали для них продукцию. Это, допустим, запорную арматуру, это там сварочное оборудование, это электроды, там, может быть, какие-то стекла, триплекса и так далее. То есть это, ну, для нашего города это, конечно, решение глобальных вопросов. Ну, а если говорить о перспективах возрождения, если они действительно, смотрите, материально-техническая база, в каком она состоянии сейчас, и отвечает ли она потребностям времени, учитывая там, ну, стремительное научное развитие. Люди, кадры. Я знаю очень много людей, поразъезжались и в Европу, и в азиатские страны. Почему? Потому что наши специалисты очень высоко ценятся, да. Очень большой, очень серьезный опыт. А вот все это вернуть и собрать, есть ли сейчас возможность такая? Да, наши специалисты, конечно, очень высоко ценятся. Вот. И люди действительно ездят у нас работать и в Прибалтику, и в Объединенные Арабские Эмираты. И вот зарплаты-то не сравнить. Я знаю, что сегодня ездят и в Польшу, и во Францию уже ездят, и так далее. Вот. Конечно, это у нас потенциал вот, инженеров, рабочих высокой квалификации очень большой. Что у нас происходит с заводами, да, вот мы говорим, вы спрашиваете, что, есть ли возможность? Конечно, есть. Вот эти верфи, которые у нас есть, они же практически так и остались. С ними и через 10 лет ничего не случится. У нас есть доки сухие, есть плавучие доки. Они сегодня, я знаю, на многих заводах на ходу, ими можно пользоваться, и они используются. Но самая проблема для нашего города, есть разница, да, есть ремонт, судоремонт, и есть судостроение. Это две большие разницы. Потому что если брать судостроение, на судостроение намного надо всего больше. И людей надо больше, и инженеров больше, и комплектующих, да, вы представляете, да, либо машину собирать, либо ее отремонтировать. Когда она заезжает, поменяли глушитель, она уехала. Или ее покрасили, закончили, ну, это там неделя и уехала. Или собирать машину полностью. С нуля. Да, на нее надо всего больше. Но когда всего больше на эту машину собирается, значит и цена, стоимость этой машины тоже больше. Значит, мы больше получаем налогов, у нас больше людей работает, у нас больше делается для этой машины комплектующих как у себя, так и на Украине, да, вот, задействовано. Поэтому наши верфи сегодня, их можно использовать и завтра, и послезавтра. Они, я думаю, сегодня готовы и ждут, чтобы начать свою работу заново, вот, подняться. Над тем, что сегодня есть. Но это нам, мы должны сегодня помочь этому нашему городу, мы должны помочь своему городу вот, запустить эти верфи, дать вторую жизнь. Вы знаете, мы как-то встречались с Игорем Авдиенко, достаточно известным в Николаеве, человек, связанный с судостроением. Вот он говорит, что проблема-то даже не в Николаеве, а в том, что в Киеве нет человека, заинтересованного в том, чтобы это судостроение возрождалось. Нет человека, который действительно болел бы этим, жил бы этим, знал бы сам процесс. Вы считаете, что хватит вот ваших инициатив здесь, в Николаеве, или все-таки надо, думаю, конечно, в Киев там? Я думаю, вот как раз в этом вся и проблема. Мы должны снизу, это наши проблемы. В Киеве не смотрят на наших проблем, на наши проблемы. Никто не обращать не будет внимания. А вот мы должны собраться, вот я говорю, инициативная группа, пускай будет
Батьківщина, пускай будет там самопомощь, пускай будет ББП, там вот все вместе. И стучаться надо будет в киевские кабинеты. Стучаться и добиваться того, чтобы на наш город обратили внимание. Пошли навстречу, сняли дополнительные налоги, сделали льготные какие-то налогообложения. Нам надо запустить эти заводы. Запустим эти заводы, мы дадим жизнь второй раз нашему городу, который до этого 200 лет развивалась как судостроительный город, да, там, который город Корабилов. Вот. Если мы этого не сделаем, но мы обречены, честно говоря. У нас дальше развитие в этом городе практически нечем даже дальше развиваться. У нас есть хорошие несколько заводов, это как мы знаем, Заря, да, наш проект Заря. Вот. Тоже рынки. Вот. Рынки сбыта. Да, и у них тоже сейчас проблемы большие. Вот. Большие проблемы, потому что наш проект Заря долгое время. Вот, мало вкладывала в развитие своего производства. Естественно, что такие заводы уже родились, как и в Китае строится такой же аналог в Иране. Вот, в России такой же завод построен. Вот, но у них пока не все так гладко получается, потому что можно купить новые технологии, можно купить новые разработки турбин, попытаться их запустить, но человеческий фактор, который... Специалисты. Да, есть человеческий фактор. Люди, которые отработали, которые передавали по наследству династии, вот, турбинщики, вот, и те заводы, которые пытаются сегодня конкурировать с Украиной, им еще пока сложно. Есть ошибки, а эти ошибки стоят очень дорогого. Потому что это турбины ломаются, это рекламация чаще, чем положено и так далее. Вот. Скажите, вот если говорить о реалиях ведения бизнеса сегодня, насколько вот вам, как директору завода, каковы они сегодня, эти реалии? Тяжело ли работается? Не приходится ли так же выкручиваться, как тогда, когда бартер был? Ну, самое, наверное, тяжелое. Вот, и в принципе, знаете, 2006-2007 год, вот они были такие очень насыщенные. Вот, когда в стране появились, вы помните, да, давали кредиты, ты только говоришь свою фамилию, приходишь в банк, и банк тебе выписывает, сколько тебе денег надо. На дом, на квартиру. Хочешь машину купить, на тебе машину, да, мы помним этот случай. И вот в нашей жизни, вот как оно было. С наступлением тогда кризиса всемирного 2008 года. Мы тогда все-таки, вот я сейчас просто к этому вернусь, вот, мы претерпели очень, ну то есть нам было очень тяжело. Вот. Было развитие, причем очень такое серьезное развитие всего производства как бы на Украине. Заводы развивались, потому что я делал тепловозы для горно-металлургической промышленности, для химической промышленности. Вот. И тогда с 2008... Я прошу прощения, да. Они чем-то отличаются от тепловозов, которые вот... Это маневровые, да, есть, которые, те тепловозы, которые я делаю, они работают на заводах. Угу. Вот. Чем они отличаются? Вот если взять хороший большой завод, вот я работаю из Запорожсталь, там завод Ильича, допустим, Алчевский был медкомбинат, Янакинский медкомбинат и так далее. То есть можно долго перечислять. Чем они отличаются? На таких крупных заводах нету машин, которые, будем говорить, так, надо в цех перевезти там 100 тонн железной руды. Там нет машин. Там все перевозится из цеха в цех, вот, железнодорожным транспортом. Что он мощный. Да, они большие, и машины там неинтересны. Во-первых, приходят все железнодорожным транспортом. Вот, допустим, железная руда у нас добывается в Кривом Рогу, да, там. Вот, ее произвели добычу, положили в вагоны, и она ушла, допустим, в Алчевский металлургический комбинат. И эти вагоны заходят в Алчевск. Вот как раз, когда они заходят, их перецепляют вот эти маневровые тепловозы и начинают растаскивать по участкам. То ли то доменная печь, то ли там... Юрий Николаевич, да. Я прошу прощения, у нас осталась буквально минутка. Давайте. Вы встречаетесь с людьми?
ну, помимо того, что производство, промышленность нужно возрождать, встречаетесь ли вы с людьми, вот, говорите ли вы на какие-то такие вот бытовые темы, которые людей наиболее интересуют? Или все-таки, ну, как-то в большей степени людям интересно возрождение, рабочие места? Вы знаете, я... Пожалуйста, коротко. Да, я всегда об этом часто задумываюсь, что сегодня важнее, да, там, вот. И я считаю так, если у нас не будет производства, если мы не будем что-то созидать в нашем городе, вот, а только где-то брать и надеяться на то, что нам бюджет выделит какие-то деньги, и мы с этих денег сможем что-то покрыть. А сегодня у нас еще, мы знаем, что впереди децентрализация идет власти. И все деньги, которые мы заработаем, часть денег останется у нас. А если мы ничего не будем зарабатывать, мы ничего не будем видеть. Вот. Я считаю, что люди должны сперва заработать, да, как говорится, дайте нам удочку, а мы сами себя прокормим. Вот. Я вот к этому отношусь. Вы вот за то, чтобы дать удочку? Да, я за то, чтобы люди запустить наше производство. Тогда у людей будет достойная зарплата, будут рабочие созданные места, и люди на эти деньги смогут себе сами определиться, что им покупать. Либо это надо идти сейчас сегодня в больницу, либо это купить одежду, либо купить себе квартиру или машину. Вот. Я считаю, что производство – это самое важное на сегодня, что есть в нашей стране. Що ж, я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді. Будемо сподіватися, що вас, ініціативну групу, почують у Києві і виробництво в Миколаєві таки буде відроджено. На все добре. Дякую за зустріч. До свидання.